Чё такой вялый-то? Чё, у тебя мокрая рука? Потрогай. Холодная, может быть? Да, нет. Значит, холодные пупырышки. Пупырышки-пупырышки? Пупырышки-пупырышки. Петро. Не смотри. А вас как, по подъему можно взять? Что? Ну по подъему, ну грубо говоря, один подъем. Один подъем у нас нет, только... Абонемент. Нет, у нас есть, ну, сочный билет. Туда и обратно. Ну да, понятно. А how much? 18 евро. По-русски? 18 евро, да? Нет, лево. А, лево, 18 евро. А есть большие абонементы там на неделю, допустим? Да, у нас есть на 6 дней. Максимальные на 6 да, дней, да? Максимум, да? А. Сколько? 290. Это, а с прокатом лыж? Один. Сколько, 290 он сказал, да? Да. Ну, все, брат. 125 лево. Дешевле, что ли? Не, она 6 дней. 6 дней. Так. Сколько? Короче, 415 лево в 6 дней. Это с прокатом лыж плюс подъемник. Да. 415. Сколько прокачаешь? Клевые. Ну все, пойдем, пойдем. Фу, терпсина. Завтра надо пораньше, 8 утра уже. Да, да, да. А, огонь. Позавтракай, вы вперед. Если мы переживем, всего один Да. Так. Ты надо заплатить только на один день. Только на один день на кассу. И аккуратно, тебе нравится, завтра, когда придет. А, не понравится, я отдам, еще да? Еще 5 дней. А, понял, понял. Окей, окей. Скидка. А, скидка, да? Да. А сейчас сколько стоит? А сейчас 25 на сегодня. 25 за день? Да. Да ну, ну, не-не. Не нравится, давай, давай, скидку давай. Да. Салют. Это можеш, ако искаш там как се управи с него. За ботинки, лыжи там на сколько дня. Разказаш, се управиш, не? Добре. Это мой друг, это мой okay. друг. Он, там все, как договориться, это ваша работа. Сикс. Шесть дней? Шесть дней. Сто евро. Да. Лев. А, лев. Лев, да? Сто, да? Окей? Okay. Да. Okay. Шесть дней. Да. Ну, проблем. Фу. Ну все, короче. Скоро меня найдешь. Ну, какая каска? Я рашенс.